Всем привет, друзья, меня зовут Сергей Лав, и сегодня самый эксклюзивнейший гайд по тому, как пользоваться Гуглом. Серьезно, меня натолкнуло на эту мысль. Знаете что? Количество людей, которые спрашивали меня, как найти, где достать русский сервер Blade & Soul. Серьезно, я никак не ожидал их в таком количестве. Думал, может быть, 1-2 человека найдется, которые не могут пользоваться Гуглом. Но, тем не менее, их очень много. И знаете, я выпустил видео по XCOM Enemy Unknown Long War моду. И знаете, какой комментарий я нашел? Внизу. Правильно, я не могу найти XCOM Long War мод. Серьезный, поэтому сейчас я вам покажу самый эксклюзивный, самый мега-классный обзор, как пользоваться Гуглом. Кстати, да, если вы не можете найти Google, поэтому гайд будет чуть позже. Обязательно что-нибудь придумаю, как найти Google. Может быть, и Яндексом воспользоваться. Итак, мы хотим найти, давайте, первая задача наша, мы хотим найти сервер, русский сервер Blade & Soul. Давайте попробуем ввести просто Blade & Soul. Это наверняка нас приведет к успеху. Blade & Soul. Вот так вот ищем. И, черт возьми, какого фига он первым в списке попался мне? Все, неужели это даже просто Blade & Soul в Google вбить настолько сложно? Я не могу понять, люди либо настолько ленивые и не хотят сами ничего сделать, либо они настолько вообще никакие. Но, может быть, они искали Blade & Soul, хочу играть, допустим. Ну, русский сервер, хочу играть, вот видите, мне даже Google подсказывает, хочу играть. И, черт возьми, даже по такому запросу Blade & Soul, русский сервер, будет второй ссылкой в Гугле. Ну, блин, может быть, они искали что-нибудь более витиеватое, чем Blade & Soul. Хочу играть, может быть, Blade & Soul без иероглифов. Вот так вот они искали. И да, вот теперь-то вот, черт возьми, уже нифига не первой ссылкой будет наш сервер. Но, как мы видим, он попадается аж третьим. На форум нас ведет, а с форума можно попасть на официальную страницу пиратского сервера. Официальная страница пиратского сервера. Офигенно звучит. Ну ладно, ладно. Давайте возьмем что-нибудь задание посложнее, потому что это изи мод для вступления. Иначе вы слишком не готовы. Давайте найдем мод для XCOM под названием Long War. Это уже очень сложная задача, потому что, смотрите, мы используем тот же метод общего поиска, просто вводим XCOM, и, к сожалению, видим, что не попался XCOM нам в первой поиске, но ведь мы уже прошаренные, ребята, это же уже второй шаг в обучении поиска в Гугле, мы знаем, что нам нужно найти XCOM мод Long War, но вот значит, нам нужно что-то еще добавить, не просто XCOM, да, ведь вот что-то такое, может быть, XCOM что-то про войну, что-то про войну. Давайте вот так загуглим. Нет, что-то вот не то нашел. Какие-то видео на Ютубе. Вообще, бюро нет. Надо что-то... Ой, мод «Долгая война». Да ё-моё, вы что издеваетесь? Даже по такому тупому запросу я смог найти этот мод. Я никак не ожидал. Ну да, это мод XCOM Long War на русском сервере. По слову «война», он каким-то образом попал в раздачу-таки. Мод «Долгая война». А я гуглил просто что-то про войну. Ну как человек мог мне написать в комментариях, что он долго искал или просто искал мод Long War и не нашел его? Ну просто вот вбей XCOM Long... Вот мне даже Google подсказывает Long War. И первая же ссылка в Google ведет на Nexus Mod, на официальную страницу мода Long War. Ну, как вы видите, даже введя какую-то абракадабру, лишь немножко похожую на то, что я должен найти, Google понял таки, что я ищу. Видимо, он привык работать с такими деревянными людьми, которые вводят вообще ничего понятного. Кстати, есть отличные ролики, так как если бы Google был человеком, вообще прикольненько люди сняли, правда, на английском, но там все понятно и так. Можете загуглить. Гуглить, вы теперь пользователи Гугла, можете себе сертификат распечатать. А как пользоваться принтером будет следующий, наверное, один из следующих гайдов. Серьезно, ребят, я не придумываю, но эти комментарии мне пишут и в очень большом количестве, ну, в приличном количестве, что очень-очень странно, что я не смог найти. Я поэтому ссылки в описании никогда не даю, потому что, когда я нашел на Ютубе, наткнулся на то, что существует вообще мод XCOM Long War, я вбил в Google XCOM Long War и в первой же ссылке нашел этот, блин, самый мод. И никаких проблем у меня не возникло. Это очень быстро. Неужели люди, которые пишут в комментариях, там, где найти ссылку там на мод, неужели они считают, что быстрее получить ответ в комментариях на Ютубе, чем просто вбить в Google то, что ты хочешь найти? Тем более, что это не какой-то сложный запрос. Серьезно. Именно поэтому, наверное, никто не смог сделать видеоряд для...
холда, потому что Гуглом никто не умеет в наше время пользоваться, казалось бы. Такая вещь, да? Но на этом я буду этот супер-мега-гайд заканчивать. Я думаю, вы оценили и просто вообще пришли в восторг, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если вы еще вдруг не подписаны, там на доп-канал подписывайтесь, там будут гайды по тому, как запускать компьютер, включать, не знаю, пользоваться меню «Пуск», нажимать кнопочку «Пуск» на компьютере, а также двигать мышкой, потому что вдруг вы не умеете двигать мышкой, а без этого навыка вы никак не сможете справиться с Гуглом, ну, если только каким-нибудь другим чудом. Но, тем не менее, на этом я заканчиваю. Надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас.